Знаешь, я рассказываю. У нас здесь белое вино. Так, это здесь белое вино, здесь сыр. Белое вино, сыр, чеснок, перец и лимонный сок. Сыр, белое вино, чеснок, перец и немножко лимона. Ну, по половинке. Половинка. Половинка лимона. Да. Так, всё. Это все у нас, это да? Это все. Подожди, сейчас тебе расскажу, просто как это готовится. Вот это все. Дальше я включу конфорки, начну греть. Угу. После этого, когда растворится сыр, я добавлю туда еще воды, зафигачу туда мидии и доведу их просто до кипения. Все. Ага, то есть ты снова вот это разогреваешь, добавляешь чтобы воды сыр растворился, немножко, да? И добавляешь мидии. А мидии у нас вот здесь. Очень хорошие. Купили мы по вот это все 2 килограмма. 4. То есть 4 килограмма нам обошлось в 7 евро. То есть килограмм 2 евро. Ну, 4 килограмма здесь мидии. Итак, вот это все дело мы режем, нагреваем. И после этого, сами понимаете, сюда все, наверное, как будет делаться, не знаю, вот расскажет повар. Вот у нас вот в одной бодеечке белое вино, да? Да, вот тут. А вот в этой, да? Вот здесь ты? Белое? Здесь белое. Пальцы получше показывай. Вот здесь белое. Так. Здесь розовое. А вот здесь вот, пальцем покажи. А вот здесь вот розовое, да, вино? Хорошо. И вот оно уже доходит. Как мы видим, все скворчит медленной скоростью. Выпаривается алкоголь, что-то. Выпаривается алкоголь, который, видимо, впитывается вместе, растворяется сыр, чеснок. Все это очень здорово выпарится. Вот сейчас несколько... Подожди, так ты говори. Вот так, вот сюда немножко водички, ага, вот сюда немножко водички доливаем. Там, где было розовое вино. И сейчас то же самое мы нальем, наверное, вот сюда, да? Угу. Да, вот сейчас мы нальем сюда. Вот. Вот, получается такая у нас консистенция. Угу. Давай. Так, ну теперь берем. Воды немного. Воды немного. Здесь теперь берем мы этих ребят в скорлупе. Кидаем туда. Вот. По большому счету у нас там не так много ракуш. Ну, должно закрывать все это дело. Мы добавим воды потом. Ну, потом еще можем добавить. У нас просто кастрюль больших нету. Вот. И делаем то, что у нас есть. Правильно? Вот сюда. 2 подхода, наверное, скорее всего, будет. Вот. Берем отсюда эти ракушечки и добавляем сюда. В одну вторую кастрюльку все у нас греется, все делается. Что касается приправ, все это, конечно, на выпуклое, на морской. Это уже из опыта еды. Вот, ну видите, вот у нас как раз так вот получилось. Сейчас мы туда еще добавим, где у нас было розовое вино, как мы помним. Раскидаем все эти 4 килограмма по кастрюлям. Вот. И добавим немножко воды. Сейчас берем водички. Сюда добавим водичку. Так, чтобы покрывало. И сюда водички. Вот. Потому что это будет все у нас, грубо говоря, греться, кипятиться. И все должно быть очень при очень. Вот, все. Вот так вот накрыли. Видите, сколько воды? Сейчас, подождите, еще, наверное, дольем, да? Вот. Вот, столько воды получается. То есть полностью не закрывается, а получается вот так вот. Все. Теперь будем ждать, пока она... Пока мы ждем. Пока мы ждем, мы пьем, потому что в Питере все пьют.
Здесь у нас кварчит. Открываются раковины. Вот видите. Мы их перевернем немножко. Практически все открылись уже. Ну, они, в общем, почти все открылись. Вот можно посмотреть, видите. Вот они открыты. Собственно говоря, вот они. Все готово. Все уже готово. Если здесь готово, да, то вот в этой, в белом вине у нас не готово. Ну, оно будет приготовлено чуть попозже. Потому что здесь еще не нагрелось. Вот, собственно говоря, вот такая вот история. Леденящая душу. Вот, мы туда сейчас все это насыпем. И будем пировать. Как настоящие профессионалы высокого полета. Так, мама, аккуратно. Вот, пока. А у нас тут все скворчит. Чеснок скворчит, все скворчит. И всем очень даже хорошо. Так. Перегружаем. Да, вот так вот делают у нас. У отдыхающих. Вот как раз тот чеснок, помните, который мы выбрали. Все вот так вот все делается. Наверное, я вообще не предполагаю, я никогда не делал их, но вот специалист вот берет, перчит, конечно, без сердца тоже нельзя. Все это делал достаточно так, крупный помол. Вот, сейчас все это помешается, и, наверное, будет или на отдельную тарелочку, или прямо это будет выкладываться, скорее всего, на отдельную тарелку, я так подозреваю. Ну, мы посмотрим, что у нас получится. Вот, тоже это секундное дело, помидор дает сок, впитывает все вкусы. Помним, что у нас остался еще кастрюлька. Это что, еще новая порция? Да, ну, чтобы все там было. Чтобы сразу все, да? Thank you.